Работа идет вовсю. Вовсю. У каждого своя работа. Кто-то для Инстаграма снимает тут. Вон, мама, любимая, блин. Вот он. Это Васенька, Васенька. Вот. Всю ночь не дает мне спать. Кричит, орет. Это ты их расплодила. Жорку на них. Когда Жорка приедет? Ну, откуда ж я знаю? Ну, вызывай, телеграмму шли. Срочно приезжай. Да вижу. В этом году вообще несносно. Симфонии целые устраивает. Для ушачьей мама. Вика их в руки берет, прижимает себе, да. любит их. А ты что туда полез? Чистить пруд, видишь, хочешь, глянь. Да ты ж моя умница, а? Листики гнилые, ты видишь, берет и убирает. Ай, Марсюшка, придется тебе колбаски дать. Заработал. Да, тут приходится кусты убирать, выкапывать. Что там, картошка? Покажи, да ты бьешь по камере. Блять, я снимаю, он лезет. Да что ты? Они снимают. Что со своими комментариями, блядь? Она для своего Инстаграма снимает. А ты потом музыку наложи на мой голос. Вырежи. Обидел. Пошли утешать. Вот так всегда. Она что-нибудь снимает для Инстаграма, а я рядом кручусь. Ставлю какой-нибудь, а то еще матом что-нибудь как скажу. Ей приходится удалять. Ну, такая вот жизнь блогерская. Да, Мирка? У нас, смотрите, банан какой вырос. Большой лист. О, парус прям целый, видите? Уже в кадр не помещается. Приятный такой, прохладненький. Вот, началась. Слышите? Пошло, поехало. Сейчас будут ему подпевать. А как ночью, представляете? Лирик пошел с ними разбираться. Ого, ничего себе. Смотрите, вы только отошли и заорали. Ну да. Обратно идете, затишь. А представь, Сереж, вот когда их тут 50 штук орут. О. Александр, может эти вырвать, если туда, повидать, зацепили, они так и высохнут. Вот этот и вот этот, а так... на этот нержавейку води. Да вырви, вырви. Вот на этот, да? Да не надо ничего так просто. Как бы колечки везде. Вырывай, да. Пусть чистенько, хорошо. Они тут не вписываются. А этот, Сереж, наверное, оставьте. Я его раундапом чуть зацепил, смотри. Он серединку вырвал, может, он выживет, шарик этот. Вот так. Попробуйте оставить, видишь. Может быть, у него корни были не связаны. И он вроде бы вот эти живые. А серединка выгорела. Я случайно просто травил здесь все. И зацепил. Но его оставь. И вот этот оставь, глянь. Красненький. Да, красненький вот рядышком оставь. А этот убирайте вместе с кустом. Он вообще хиленький какой-то. Ну что, замолчали? Испугались? Ну да, они ж на камеру, видишь как, сразу же все в сторону. Пользуясь случаем, покажу кувшиночки. Специально для наших подписчиков. Вот такие прекрасные цветочки от Александра Дока.